Театр «Школа современной пьесы» призывает задуматься о парадоксах времени. Но размышлять об этом всерьез накануне Нового года, конечно же, не стоит. Поэтому маленьких зрителей и их родителей приглашают в уютный сказочный городок, где добрый часовщик вступает в борьбу со старым годом и его помощниками ленью, ложью и забывчивостью. Битва добра со злом разворачивается в формате красочного шоу с музыкой, цирковыми номерами и сюрпризами. На премьере мюзикла «Часовщик» побывала Ирина Разумовская. В театре «Школа современной пьесы» перед новогодним мюзиклом детям предоставляют возможность написать письмо Деду Морозу, сфотографироваться с Дедом Морозом. Но все-таки самой большой популярностью пользуется возможность сфотографироваться вот с этим белоснежным кроликом. За постановку для самых маленьких москвичей Иосиф Рейхельгауз взялся впервые. Никогда не ставил режиссеры мюзиклов. Я с удовольствием смотрю на своих любимых, замечательных артистов, которые могут играть любую психологическую драму и любой жанр. А здесь они играют такой наивный новогодний сюжет. Все как-то так просто и все как-то так ясно, как просто вот в какой-нибудь там детской песочнице. В детство впал весь театр с удовольствием. Чудес, игры и добрые сказки. Перед Новым годом хочется всем. Все это сопровождается прекрасными песнями, которые... Я надеюсь, дети будут звучить и петь маме. И в следующем году на Новый год они будут петь это Деду Морозу. Дед Мороз, я спою песни Яны из спектакля «Часовщик». Чтоб ясный вдруг придет беда. Это история о том, как старый год не хочет уходить и решил у часовщика накануне Нового года украсть время. Ее сочинил специально для театра Игорь Зубков. Драматург старался, чтобы порцию доброго юмора получили в спектакле зрители всех возрастов. То есть для младших здесь кувырки, перевертыши, штаны упали. Для более старших это какие-то приключения, адвенчес. Еще для более старших любовь, какие-то таинственные дела. Для совсем взрослых значение чисел, какая-то нумерология сделана. Что за загадка такая? Что на самом дне лежит и само собой бежит? Этот мюзикл по настроению похож на добрые советские фильмы. «Королевство кривых зеркал», «Чук и Гек», «Сказка о потерянном времени». На волшебство и ностальгию сегодня огромный спрос. Все билеты до февраля в театре раскуплены. И подумывают, даже не дать ли пару спектаклей весной в честь, например, вьетнамского Нового года. Ирина Разумовская, Игорь Иванов, «Новости культуры».